Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые друзья, уважаемые ветераны. Разрешите вас приветствовать от теперешнего, нынешнего ректората нашего университета. Евгений Владимирович просто в командировке, как он сейчас бывает, но просил вручить нашим ветеранам медали. Город Куйбышев, запасная столица. 75 лет приближается тому, той дате, а это было 15 октября 1941 года, когда вышло постановление Государственного комитета обороны об эвакуации столицы Советского Союза сюда, к нам, в Куйбышев. Это произошло 15 октября, и уже практически на следующий день пошли эшелоны. Евгению Александровичу. Евгений Александрович. Как всегда, все моменты снимает. Сюда перебазировали и представительство посольства зарубежных стран, и Верховный Совет Советского Союза сюда был дислоцирован, а также правительство. Бункер Сталина – это вот как раз от тех времен осталось еще, значит, мощнейшее сооружение. Все поехали, кроме Сталина. И практически до 43-го года Куйбышев наш выполнял все функции столичного города, все функции столицы. Сюда, безусловно, были эвакуированы и предприятия, организации. Собственно говоря, та промышленность, которую мы сейчас имеем, это в основном ростки именно того времени, чем мы гордимся в настоящее время в нашей Самаре. Ну и вот, собственно говоря, вот этой памятной дате и по предложению ветеранов, губернатора нашей Самарской области Меркушкина Николая Ивановича, было и принято решение учредить памятный знак.